Ну, мне сказали, что там не так страшно, но сыкотно. Вот я хочу проверить, насколько там очково. Сейчас узнаем, дойдем. Мы сегодня идем вниз. Как говорится, очковым перешик. Ребята хотят очковать, вот посмотрим, как очканемся. Вы готовы, дети? Да, капитан? Все готовы, да? Ну как? Как это было? Это было ужасно, как всегда. Как вы уже понимаете, сегодня у нас поход через очковый перешейк. Сейчас мы поднимаемся вдоль Чимганского бугельного подъема. Идем по западному гребню Большого Чимгана. И чуть позже повернем направо, к Бельдерсаю. Ну а карту нашего маршрута, как обычно, приложу в конце видео. Сегодня, кстати, здесь проводится забег на вершину Большого Чимгана. Так что, может, повезет. Увидим кого из знаменитых скайрайнеров. Возьмем автограф. Ну как, тяжело надо подниматься? Нет. Супер, все классно. Это Савкат на завтрак вам дал? Да, раздает бесплатно, говорит, завтраки. Ощущение прекрасное. Дождик еще пошел. Ну поэтому мокрая? Да. А как же? Насквозь. Скромная Настя. Настя, как вы умеете скромничать? Можно потрогать? Зоза, вам не страшно? Нет. А вы зачем туда залезли? Пригласили посидеть. Руслан заманил? Да. Осторожно только. Катя, вам уже очково? Еще не очень. Слышите это? Очку, очку, очку. А вот чемпионы скайрайнеры. 541, 50 или какой, пятый? Пятый. Ну, почти чемпионы. Все, ну, покажи медаль, чемпион. Вот он. Раньше. Расскажи, куда бегал? На Чимган. Помнишь? Высота у него 3309. И за сколько? 2 часа 13 минут 29 секунд. Так ты чемпион? Да. Поздравляю, чемпион. Все, спасибо. Какие ощущения после того, как ты перестал быть нормальным человеком и стал чемпионом? Усталость. Сильно? Гордишься собой? Нет, ты. Нет, ты? Первое место было бы, можно. Мы идем на гребень. В сторону Бельдерсая. Уважаемый, не подскажете, туда или туда идти? Вниз. А, туда? Спасибо. На этом? Зачем идете в гору? Пишем черновик, не замечая, что и те скандальные, что жизнь всего лишь только миг. Жизнь состоит из мигов. Проснемся мы один раз утром и вспомним, что нам 70 лет, и что будет нам мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Лучше делать воспоминания, а не жить воспоминаниями. Поэтому мы делаем воспоминания, слава Богу. А люди фиксируют, понимаете, им спасибо за это, за бездельник продакшн. И, пожалуйста, как вам шло сегодня? Сначала тяжело, потом открыли второе дыхание, и вот мы тут. Она была белая. А, напротив, на той стороне? Да, белая гора. А, значит, на ту сторону? О, это мощь вообще. Мощь, мощь. Это мощь. Там чуть не зопа. Конечно, катартаж. Капортаж. Капортаж идем, все. Вот как раз идем. Мы на нее выйдем? Мы сейчас напротив выйдем, когда будем очковывать. Когда мы спутимся. Я готова очковать. Готова? Да, конечно. Валерия, вы готовы очковать? Посмотрим. Настя, вы там уже были раз 15. Да, я много раз там была. Вам нравится очковать? Нет. Самое главное, мне страшно. Каждый раз, как в первый. А зачем вы идете опять? За адреналином. Я же наркоман. Что, не знали? Эльвира, ну вам-то зачем очковать? Да вот давно хотела. Думаю, надо попробовать. Шавкат меня уговаривает уже второй год. Пойдемте, пойдемте, вы сможете. Но он мне пообещал, что даст руку, я закрою глаза, и я смело так это дойду. О, я буду снимать тогда. Давайте. Когда двое катятся, это веселее всегда. Не надо, такого не будет. Мы пробежим быстренько, да, Шавкат? Вы тоже идете очковать? Тоже идем. Тоже страшно? Не страшно. Попробуем. Да, я бы сейчас дома чай пил спокойно. Что я тут делаю? Тяжело так. Устали, да? Да, очень.
выматывает. Жарко немного, все что-то стало, облака ушли. А вот и Настя, она очень любит спуски. Мы ждем ее на спуске. Она обожает спуски. Смотрите, как аккуратно и плавно она спускается. Ждем. Хорошая обувь реально выручает на таком рельефе. Она не боится спуска. Бегом спускается. Вырежьте этот момент. Дмитрий ждал этот момент. Долго. Сюда посмотри. Раз, два, три. Ну а сейчас вот пройдем сыпуху и подойдем к нашему очковому перешейку. Видно, как он закрепляет. Вот маршрут для новичков, говорят, да? Интересное место. Ну как, сейчас для начинающих нет, пойдет? Сейчас уже интересно, да. Для продолжающих. Не для начинающих. Ну, можно для начинающих, главное, да, для тех, кто. Ну, детей брать можно? Нет. Она справа-лево. Другая, вот видишь, там, смотри, одна нога вот так. Савка? Да. Ну как у нас очковый? Отлично просто. Видите, как ребята проходят спокойно. Самоотверженно, с удовольствием проходит, без проблем каких. Маршрут для кого подойдет? Маршрут подойдет для всех. Антон, как там? Ну, вообще, в целом, хорошо, но сыкотный перешейк такой. Так его надо называть сыкотный? Да, вот сыкотный будет более правильно. Зоза, подожди. Судя по тому, как его переходят. Длина сегодняшнего маршрута порядка 13 километров. Мы большую часть пути уже миновали. Набор высот составил сегодня порядка 800 метров. Вот мы сейчас на перешейке, ждем, пока вся группа минует его успешно и двинем дальше, в сторону Бильдерсая. Что я могу сказать? Я прохожу это ужасное место уже, ну, наверное, реально раз десятый. Я, конечно, не считала, но, блин, много раз. И ни разу не легче, ни разу не более сыкотно, реально страшно. Блин, страшно, всегда страшно. Вот. Кому порекомендуете очковый перешейк? Ой, кому? Не, ну, в принципе, любой человек, который ходит в горы, наверное, пройдет такое чувство прям. Ну, говорю, прям вот бешеный такой адреналинчик в кровь. Кто прям любит, тому, да, хорошо потом прям такая эйфория наступает. Так вы прям адреналин джанки, да? Да, видимо, да. Я уже тоже заметила за собой такое, что, по-моему, есть. Я чуть-чуть сижу на этом. Ну, должен же человек на чем-то сидеть. Кто-то траву курит, кто-то вот по всяким перешейкам лазит. Каждому свое.
Так что в свой выходной день сидите, пожалуйста, дома. А мы будем ходить и снимать для вас интересные места и события. Так, за штука такая. Коля, ну как вам поход? Отличный поход, просто супер. Заключительная часть вообще просто вау. Всем рекомендую, да, всем сходить на Очковый, это того стоит. Вас не напугал Очковый? Нет, не скажу, все, конец, конец. Конец. Ой, а карту маршрута это показать вам. Из Ташкента едем в Чимган, остановка около бугельного подъемника. Ну а затем топаем полчасика наверх, а потом уже все время спуск вниз до Белерсая. Ну пока.